если вы накосячили, если что-то было неправильно, если что-то пошло не так, уже этого нету в помине. Этого нет никак вообще. Можно это все начать как-то оценивать там и так далее. И окажется, что с чем вы сравниваете? Вы сравниваете с собой прошлыми, вы сравниваете с собой будущими, но вас прошлых уже нет. И то, что вы про себя думаете из прошлого, это тоже ерунда. Потому что это все ложные воспоминания. Есть только ваше отношение к этому. И, наверное, надо это отношение к этому воспоминанию сделать таким, чтобы оно вас не травмировало и чтобы оно не мешало вам жить дальше.